И одну из песен, которую Виталий Кацнельсон написал, мы исполним ее с удовольствием на стихи Сергея Есенина «Какая ночь». А исполнит эту песню, на мой взгляд, замечательный солист «Арсенал Бенда» и нашего коллектива «Старая крепость» Александр Шубин. Какая ночь, я не могу, не спится мне такая лунность, еще как будто берегу в душе утраченную юность, подруга охладевших лет, не называй игру любовью, пусть лучше этот лунный свет ко мне струится к изголовью. Пусть обнаженные черты он обрисовывает смело, ведь разлюбить не сможешь ты, коль полюбить ты не сумела. Любить лишь можно только раз, вот оттого ты мне чужая, что либо тщетно манят нас в сугробы ноги погружая. Ведь знаю я и знаешь ты, что в этот отблеск лунный синий на этих липах не цветы, на этих липах снег да иней, что отлюбили мы давно. Ты не меня, а я другую, и нам обоим все равно играть в любовь. Но все ж ласкай и обнимай луковой страсти поцелуя. У сердцу вечно снится мать и та, что навсегда люблю я, что отлюбили мы давно. Ты не меня, а я другую, и нам обоим все равно играть в любовь, недорогую.